Напиши. О, Илюха, здорово. Все, ребятки, всем привет, кто присоединяется к моему прямому эфиру. Как обычно, прямой эфир с Дома 2, не несущий абсолютно никакой смысловой нагрузки. Да, здорово-здорово, у меня сегодня выходной, поэтому мы сейчас с вами давайте поболтаем. Я вон сейчас нахожусь на Лобном ССЛ. Посмотрите, какой прекрасный вид открывается за моей спиной. Сейчас я переключусь. Всем привет, ребятки, вы только посмотрите на эту красоту. Давайте немножечко понаслаждаемся вот этим прекрасным видом, видом Индийского океана. О, Новиков присоединился. Здорово, Новиков! Дениска, как дела? Блондизавр. Ребятки, всем привет, кто присоединяется. Красота неописуемая, как говорится. Да? О, Кристиночка, привет. Привет, Кристина, вы там на даче, как я понимаю, да? Тоже отдыхаете, жарите шашлычки. Так, у меня сегодня даже связь хорошая, да, вышел в то место, где отлично ловит Wi-Fi, чтобы вы не потеряли ни одного моего слова, ни одной минутки прямого эфира. Давайте рассказывайте, что, как у вас дела, что новенького происходит у нас в Рашке. Так, народик заходит. Это прекрасно. Прекрасно, а мы идем, мы из Дома 2, как обычно, да. Напиши. Народ присоединяется, прекрасно. Труляля, привет, как дела? Привет. Вы посмотрите на эту неописуемую красоту. Кто-то из тех, кто смотрит мой прямой эфир, здесь был уже, да? Кто-то помнит всю эту красоту неописуемую. Вот такая у нас сегодня погодка. Вчера у нас был бешеный ливень. Я вчера слетел с лестницы. Сейчас я вам покажу, как. Вот так вот я вчера слетел с лестницы. Шандарахнулся так, что ой-ой-ой, всю спину ободрал и ногу. Так, Гури на меня спрашивает, не скучаешь по дому? Как не скучать? Конечно, скучаю. Конечно, хочется уже домой съездить, к родным, к близким, к друзьям. Вот, потому что мы уже здесь 2 месяца сидим безвылазно, еще неизвестно, сколько просидим. Вот, но, показать Юлю меня просит. Юлю я сейчас не покажу, потому что Юля вся в съемочном процессе. А я сегодня на выходном, поэтому Юлю я вам покажу только после 12, если хотите. Вот. Ну, сейчас я тут по камням перейду. Видите, какие камни крутые. Очень классно. Давайте. Бам-бам-бам. Так, Женя с Юлей помирились или нет? Ну, Женя с Юлей начали общаться уже без конфликта. Без конфликтов, самое главное, в плане построения отношений нет. Они не вместе, они еще отношения не строят свои пока. Нет. Будут ли строить или нет, тоже неизвестно. Вот мне пишут, не только к друзьям, и не только к друзьям, да, это точно. Точнее не скажешь. Так, он пишет, я по ним постоянно лазила. Вот. И мы по ним постоянно лазим. Отдыхаем. Ох, как здорово, ребята, хотя бы на один день снять с себя микрофоны и просто походить туда-сюда, побродить, позаниматься тем, чем тебе хочется, послушать музыку, помедитировать, посмотреть на природу. О, леди Олеся присоединилась. Олеська, привет, как делишки у тебя? Рассказывай, что новенького. Так, привет с Вологды. Вологда, привет вам огромный. Вам Вологда, привет с Сейшельских островов, с Индийского океана. Сижу, с одной стороны у меня джунгли, с другой стороны океанчик.
На самом деле, чтобы вы понимали, это вот всего лишь вот такой маленький остров у нас. Вот идет на той стороне съемочная площадка, на этой стороне вот уже все. Уже ничего больше нет. Так, мы на даче жарим. О, здорово, блин, ребят, тоже так хочется. Так хочется на дачку, так хочется в баньку, пожарить шашлычков, да, посидеть с друзьями. Так, почему решил уйти на дом 2? На дом 2 решил попробовать себя в одном из проектов, потому что до этого пробовал другие проекты разные. Вот. Вот и решил попробовать себя на этом проекте. Как вы можете заметить, уже завис здесь на 4 месяца прошло уже. Сколько будет дальше, неизвестно. Так, против кого сегодня голоса? Голоса сегодня не против кого, объясню почему. Потому что голосование у нас было вчера. Ну, мы его сняли за сегодня, потому что сегодня как бы праздничный день и решили перенести голосование. А кто ушел, я вам не скажу. Вы узнаете все в прямом... в каком прямом эфире? В эфире. Так, Надемик спрашивает. Домой хочется? Конечно, хочется. Уже говорил о том, что хочется домой съездить к родственникам, к друзьям, к близким. Там еще кое-кому. Вот, но да, хочется домой. Все равно, как бы здорово здесь не было, через определенное время... Наступает тоска по дому. Да, и хочется съездить домой. О, Игоряха, здорово, братец. Здорово, братко. Как дела у вас? Чем занимаетесь? С праздниками там, с майскими вас всех. Хочется поздравить. Мир, труд, май. Как говорится, мир, труд, май. В Индийский океан уплывай. Да? Так, всем привет. Анна Андреевская, привет, дму, всем, ребяточки, привет. Извините, если я неправильно произношу ваши никнеймы, как вижу, так и читаю. Так, Юлия Мишакова присоединилась к нам тоже к прямому эфиру, одна из фитнес-красоток Нижнего Новгорода. Давайте ей огромнейший привет, мама двоих прекрасных дочек. Вот. Так, какая температура у нас? У нас, наверное, градусов 34. Может быть, 32. Так, скажи Ромашову, что если будет обижать Юлю, я его убью. Хорошо, обязательно передам, но он больше не обижает Юльку. Май, скоро лето, загуляем, да, ребятки? Скоро уже загуляете, скоро будет тепло. Но у нас и здесь сейчас тепло. О, Смирнов Вилледж присоединился. Рома, привет. Как у тебя там жизнь? Карантинная, ну не карантинная, а это самоизоляция. У нас же нет карантина, у нас все на самоизоляции сидят. Привет, привет, привет. Похожу. Так, Надюша Кузьмина, всем, ребятки, привет, кто присоединяется постепенно к прямому эфиру. Так, Виктория Игнатова, и вам добрейший денечек, прекраснейшие погоды с майскими праздниками, со всеми. Рыба. Я ничего не знаю о доме 2, но я знаю, какой Руслан суперский человек. Угу. Обменялись с Юлией Мишаковой мы только что комплиментиками. Так, когда в Москву прилетаете, есть новости по поводу вылета? Не, ребят, вообще никаких новостей по поводу вылета. Наслаждаться тем, что мы имеем, а имеем мы вообще немало и неплохо. Как дела, меня спрашивают? Дела у меня отлично, как говорится. Сегодня у меня выходной. Так, выходной, ищу рыбу. Так, бороду надо окультурить, мне передают. Ну, она сейчас отрастет немножечко. Отрастит, отрастет. И обязательно я ее окультурю. Так, ребятки, как думаешь, Юля хочет помириться с Ромашовым? Ну, помириться в плане общения хочет, в плане отношений пока не очень хочет. Но мы надеемся, что эта прекрасная пара вновь воссоединится на нашем проекте. Как у вас там классно? У нас очень классно. Давай, Юля, я тебе еще раз покажу.
насколько у нас классно. Так, вот это наш остров. Вот это вот уже основной остров идет, Виктория. Да, основной. Вот это вот Индийский океан. И снова наш остров. А я стою вот тут на камнях. Рыбы огромное количество плавает. Где она? Ну, короче, везде рыба. Так, кто-то нравится на проекте, меня спрашивают. К сожалению, на данный момент у меня симпатии нет на проекте. Тем более, новых лиц у нас тоже нет на острове. Мы здесь 16 человек как засели, так и сидим. Свой отпуск немножечко потеряю. Танюха Якимова, привет. Серега Ключ. Так, папа тоже захотел посмотреть прекрасный вид. Он застрял в России. Итак, Олесь, специально для Олесиного папы мы показываем прекрасный вид. Еще раз, Олесь, ты его подключил к телефону? Давай, пускай он сядет, а я покажу. О, привет от Санька и от меня. О, ребятки и друзья мои, привет. Я так по вам соскучился. Обязательно блин, встретимся и гульнем, как обычно мы гуляем. Так, Олеся, ты папу своего посадила к экрану телефона для того, чтобы он немножко поностальгировал по тропикам? Но я знаю, что он любит у тебя теплые страны. Так, сколько Сейшику лет? Сейшику 2 года. Вот мы недавно отмечали его день рождения, причем это было эфирно. Ждем ответа от леди Олеси. И будем показывать прекрасный вид. Так, Юлия плоховато выглядит, похудела до ужаса. Ну нет, ребят, выглядит она отлично. Не могу сказать, что похудела до ужаса. Прекрасная фигура. Так. Да. Наш, да. Так. О, Виктория Волкова присоединилась. Привет-привет. Ленка присоединилась. Эльсок, привет. Так, когда разрешат вылет, как думаешь, всех сразу заберут в Москву или частично будут вывозить? Ну, конечно, будут вывозить частично, но эфирно в любом случае. Одновременно всех не вывезут. Так, а вы за пределы острова выезжаете или в связи с карантином? Нет, нет, ребят, мы за пределы острова практически не выезжаем. Мы можем съездить единственное только вот до магазинчика. Он вот здесь вот находится. На лодке перебираемся, 2 минуты на машине, и нас возят в магаз. Там, если нам что-то нужно купить. Пока, так. Так, показывай. Все. Специально для папы Олеси показываем тропики. Еще раз. Вот как-то, друзья, вот так. Всем привет, кто присоединяется. Так, можно свободно перемещаться по острову. Вот у тебя выходной, да, вот у меня выходной. Сегодня я могу свободно лазить, где хочу, делать, что хочу. На мне нет микрофона. Ничего не будет меня контролировать. Никто меня не снимает, никто на меня не смотрит. Это так классно, классно. Так, где курица Валя? Курица Валя где-то бегает, наверное. Вот это Паша, наш редактор. Старенький. Старенький, у него недавно было день рождения, так что поэтому можете накидать ему поздравлений. О, Саня, здорово, здорово, братец. Как делище у тебя там, как в Томске погода. Привет, 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 ребятки, все, кто присоединяется. Только танцевать и петь, радоваться жизни.
кстати, очень не хватает здесь музыки. Поэтому все, у кого там у нас очередность выходных идет, да, все, у кого выходные, обязательно надевают наушники и ходят целый день, слушают музыку. Паш, что, как дела? Ова, и тебе того же. Счастья, любви, радости в жизни. Вон. Пошел. Так, расскажи какой-нибудь спойлер, что у вас там. Ну, давайте, я вам расскажу спойлер. У нас строятся отношения. У пар, у каких-то не строится, кто-то ругается, кто-то мирится. Вот прекрасный спойлер, да? А остальное вы все увидите в эфире. Не, на самом деле, ребят, нельзя рассказывать. Вот, поэтому не обижайтесь на меня. Я уже чернее вас в этом Томске. Ага, Санек, рассказывай, чернее нас, как ты можешь быть. Если ты, конечно, там по соляриям не лазишь, то точно не чернее. Ну, а если в солярии, то да. А может, ты сам по себе черненький? Так, сколько градусов? Градусов 32 или 34, приблизительно так. Есть такое ощущение, что человек на камеру себя ведет не так, как в жизни. Ой, смотря на какую камеру. Если это идет прямая съемка, то да, возможно, он ведет себя неестественно. А когда вот камеры везде развешаны у вас по территории, то тут даже не обращаешь внимания на эти камеры и ведешь себя так, как в жизни. Так. А не на выходном наушники нельзя. Нет, на не выходном наушники нельзя. Можно только когда там после отбоя нам дают на час телефон, тогда можно. Но мы все в это время общаемся с родными, с близкими, с друзьями. Ну, сами понимаете, всю эту движуху. Не хватает общения. Так, почему нет сегодняшнего острова любви? Сегодняшнего острова любви нет, потому что суббота и воскресенье ТНТ нас не показывает. Они там показывают развлекательные программы, Саша, Маша, еще что-то там. Так, Женю тебе бы туда. Че вот он отдыхал бы сейчас там, а не вот это все. Ну, вот так вот сложилось. Я, конечно, звал его, но может приедет попозже, неизвестно. У ССЛ тоже выходной, у ССЛ и суббота-воскресенье. Выходной, Фиников, здорово, дружище. Привет. Ленка, ты что плачешь? Не плачь. Спроси у Вики. Хорошо, сейчас спрошу у Вики. Обязательно спрошу, почему Санечек в Томске чернее, чем мы на Сейшелах. Не знаю, уже загар стал такого цвета, мы на креольцев похожи, на местных. Черные все. Так, Альбина, привет. Диана, Сайлент, привет, ребяточки. Так, Ромашову привет обязательно передам. Ксения, 13. О, Ксюха, здорово. Тысячу лет, тысячу зим, как говорится. Что у вас там новенького? Расскажи, где ты сейчас, чем занимаешься. Хотите, вам Барышева покажу? Так, спрашивает меня, вы себя по телевизору смотрите? Ну, скажу так, телевизора у нас нет здесь. Это точно, нас здесь не показывают. Кто-то смотрит эфиры, кто-то не смотрит, ну, в интернете. Я вот как пришел за 4 месяца, не смотрел ни одного эфира. Серьезно. Ну, нет времени на это. Ну, не хочется даже тратить на то, чтобы сидеть, смотреть. Вот это все. Так, расскажи про правила для участников на острове. Ну, давайте расскажу. В принципе, быстренько, в трех словах. Подъем у нас в 9 утра. Соответственно, первое лобное место островное у нас в 11 утра мы снимаем. После 11 мы записываем сюжеты, конкурсы, различные моменты, которые придумываем друг для друга, развлекуху, какие-то творческие события. Дальше у нас в 5 часов начинается сиеста, она у нас идет до 7. В 7 часов начинается шоу «Бородина против Бузовой». Мы сидим, снимаем ее до где-то 9, до половины 10. Потом в 11 часов у нас начинаются съемки московского лобного места. Заканчиваем около часу, там полвторого. Все зависит от того, сколько тем мы разбираем. Вот. И там в районе 2 часов мы заканчиваем съемки. Нам дают телефоны. До 3 в них сидим. До 3, до 3:30, до 4.
И ложимся спать, и в 9 опять у нас подъем. И так круглый год. Тут, туда-сюда, 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 без остановки. От папы спасибо, почти заплакал и пошел за вискарем. Олесечка, если папе надо, я ему каждый день буду снимать такие видосики. Когда открываются границы? Да неизвестно, когда открываются границы, и неизвестно, когда мы отсюда вылезем. Поэтому, друзья, будете смотреть нас, лицезреть на этом острове любви еще неопределенное количество времени. Так, Ксюха пишет, замуж вышла, жду не дождусь, когда кончится карантин, хочу работать, работать, работать. О, Ксения, я вас поздравляю, вы вышли замуж. Замуж. Это такое событие, когда жизнь меняется кардинально. Главное, люби своего мужа, цени, уважай. И самое главное, что в отношениях семейных, это терпение. Потому что приходится проходить через многие ситуации, да, совместные. И когда терпение будет стоять на первом месте. Поэтому давай, ты молодец, удачки тебе. Так, привет, Руслан из Нижнего Новгорода. Привет, Нижний Новгород. Привет, привет, огромнейший мой родной городок. Так, спите, конечно, вы очень много, ну, в кавычках, да, вы имеете в виду? Да, практически не спим. У нас в Нижнем сегодня тепло и солнышко, красота. Ох, я очень-очень рад, что хорошая погода приходит и к вам. Так, покажи стец. Стец, к сожалению, показать не могу, потому что она у нас на съемках идет, она там с прооперированной ногой лежит. А я сегодня на выходном, еще раз повторяю, гуляю, общаюсь с вами. Вы не устаете от такого графика, как в колонии строгого режима? Ну, график, конечно, сложный, но по сравнению с тем, как сейчас живет вся Россия, лучше пожить в таком графике. Вот, поэтому кормят, поют, Индийский океан, солнце, пальмы, пляжи, отношения. Кто-то строит, кто-то не строит. О, Виталик, здорово. Здорово, здорово, здорово. Так, Олеська смеется, терпение, ха-ха-ха, да? Вот ей-то про терпение как раз известно больше всех. Привет, привет. Ты был женат? Нет, ребят, я не был женат. А так уже хочется жениться, найти ту самую, да, нарожать уже детишек, потому что лет мне уже много достаточно. Ну, все относительно. Конечно, я не считаю, что мне много лет. Так, если участника, который на острове, выгоняют, то как он будет возвращаться домой сейчас? Никак. Если его выгоняют, он будет жить в отеле. Сейчас покажу, в каком. Он будет жить вот в этом отеле. Вот, и потом, как откроют границы, он поедет домой. Вот, Никитос Барышев у нас тут ходит, наслаждается видами. Так, Аленка Беленкова, привет-привет. Так, раз в неделю выходной. Да, ребятки, если бы у нас был раз в неделю выходной, то мы бы тут жили просто не тужили. У нас один раз в месяц выходной. Поэтому все достаточно сложнее. Раз в месяц, а так каждый день, вы представляете, каждый, мать его, день. Мы вкалываем, придумываем что-то, веселимся. Так, привет, привет. О, Анжелика Сергеевна присоединилась к нашему прямому эфиру. Анжелика, привет, как дела? Смотрел, как ты купаешься в бане. Давай я тебе, Энджи, покажу еще разочек видосик, который вот меня окружает. Смотри. Смотри, Энджи. Красота. Так. Никитос. Мне пишут, Барышев очень хороший, привет, огромный привет ему. Все, вам тоже привет. А это хуёвый, лысый.
Так. Так, Захарова с Ромашовым не сошлись. Нет, ребята, не сошлись и не сойдутся. Это была просто игра. Так, приветик, тезка. Привет, Руслана. Привет, привет, привет. Так, делай больше фото неба ночного. Те фото шикарные. Я бы на заставку себе поставил. Да, я сегодня попрошу съемочную группу, чтобы мы сделали еще несколько фотографий. Там мы как раз вот с этого лобного. Вот с этого лобного как раз ставили камеру с выдержкой там 25 секунд. Видно Млечный Путь. Ой, миллиарды звезд. Красота непередаваемая. Обязательно сделаю, выложу. Попросите, я вам скину эти фотки. Красота не то слово. Можно мне телепорт, пожалуйста, на пару часов? Конечно, можно. На денечек. Сказка. Ты сказка моей жизни. А еще у меня, знаете, есть какая мечта? Вот ты здесь сидишь на острове, а перед тобой вот такие вот горы бешеные, вот такие. И хочется попасть вот сюда, на самую вершину добраться. Так, Канюк НН говорит, и фото заката. Фото заката? Хорошо, сделаем вам сегодня фото заката. Закат здесь тоже сумасшедший, нереальной красоты. Конечно, если погодка не испортится, потому что последние дни у нас начинает портиться погода. Так, приветик, а Юля с Ромашовым собираются мириться. Олеся говорила, что Женька уже хочет помириться. Да, Женек хочет помириться. Вот, они уже вышли на общение без оскорблений. Это так, Сиднев, Юрец, здорово, Юрец, здорово, братец, ты у меня в прямом эфире, здорово, как делище у тебя, как там родственнички все мои поживают, крымские, все у вас хорошо, Юрец, давай, Юрец, смотри, смотри, где я, смотри, Юрец, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Чуть хуже, чем в Крыму. Понимаешь? Чуть хуже, чем в Крыму. Да, ребятки, обязательно посетите Крым. Это вообще очень крутое место. Я сам оттуда родом. Вот. Всем рекомендую. Обязательно. О, Юрец пишет, отлично, это супер. Да, вот тебе и Так, по островам вам можно свободно передвигаться. Нам вообще нельзя передвигаться по островам. Можно передвигаться только на том острове, на котором мы находимся. И, соответственно, только там, где у нас видеокамера. В остальные служебные зоны заходить нельзя практически. Так, вот, правильно. Чуть хуже, чем в Крыму. Правильно, правильно, правильно. Лучше Крыма нет ни одного места на планете. Так, старых участников будут еще возвращать? Нет, старых участников не будут возвращать никаких. Все, кто ушел с проекта, они ушли, потому что, как говорится, незаменимых нет у нас. Поэтому без старых участников. Порезался вчера, вот когда падал с лестницы. Так, мне ребенок говорит, что там за него у тебя в телефоне? А, что там за негр в телефоне? О, да. Это Ева, что ли, говорит? Негра. Негр. Негр такой. Корректно сказать афроамериканец. Передавай там всем своим привет огромный. Вот, Артек Ван Лав украл мое сердце. Вообще с этим не поспоришь. Анжелика, брату передавай, мужу передавай привет, детишечкам, дочкам передавай привет, маме, папе, всем-всем-всем Сейшельских островов. Нига. Что за Нига? Я
Я тут вообще уже негр облез 10 раз. Сгорел в мясо, слава богу, плечи уже зажили. Сейчас бы прям туда, да, с камней. Оп. И нырнул. Немножко водички вам океанской. Прибоя. Так, спасибо большое, передам, мы рады очень за тебя. Спасибо вам огромное, Энджи. Энджи, спасибо. Так, Маугли зашел. Здорово, Стасик, как делишечки у тебя? Что новенького? Хорошо ли кормят вас там? Да, ребят, нас кормят очень хорошо. У нас здесь светский стол. Да. Кормят ногой, как будто нас хотят потом съесть. Вот, поэтому... Так, к вам на карантин можно. Куда к нам на карантин? Куда бы вы хотели к нам на карантин попасть? На проект, на остров или еще куда-то. И как мы знаем, у нас карантина нет. У нас есть самоизоляция. Такой хитрый политический ход. Опа, я нашел камни в теньке. Опа, потому что на солнце очень жарко. Так, Виталик Бояка, привет. А знаете, какая особенность? Здесь ты находишься на экваторе, в тропиках, но ты не чувствуешь запаха. Никаких запахов. Нет запахов океана, нет запахов цветов. Ну, есть отдельные цветы, которые ты можешь подойти вот так вот, понюхать и почувствуешь аромат. А так, ну, здесь вообще практически нет запахов. Бро, там нет еще для меня достойной красотки, кому бы я подошел. Стасик, ну я думаю, тебе нужно рассмотреть поляну, потому что сюда ты точно не зайдешь в ближайшее время, пока не откроют границы. А на поляне я уже там никого не знаю. Весь состав практически поменялся, пока я здесь на островах. Вот. Здесь на острове точно нет. Кому бы ты подошел? Извиняюсь. Вернулся к вам. Ладно, давайте еще 5 минутик. Минуточек мы с вами поболтаем. Посмотрим на эту... красоту. Так, могу зайти, бро, есть вылеты для своих секретные, так сказать. Ну, ты прилетишь и сядешь здесь в карантин на 2 недели. А когда свинья вырастет, потом вы ее куда? Да никуда, будет здесь бегать, прыгать. Но не съесть же ее. Да, хотя можно и съесть. Не, мы тут животных не убиваем. Еды хватает. Ну, конечно, если наступят голодные времена, то и свинку Настю мы тоже съедим. Вкусная будет. Она будет жесткая, потому что она мышечная, она бегает здесь. Не как обычная свинья в стойле в каком-то. Так, Анна Андреевская, скинь ссылку Барышу. Вот напиши мне в директ, я тебе скину на Барышу. Ты можешь набрать просто вон в поиске там Никита Барышев, и сразу вылезет ссылка на него. Он там один такой. Он один такой, так сказать, молодой Никитос. Так, сейчас я посмотрю. Мы здесь. Сори.
Сори. Так, на свой шведский стол как раз на вертель и жарить. Ну, все ее здесь любят, и пока мы ее точно не съедим. Так, МСА-28, привет тебе, огромнейший привет. Приветик, Руся, привет. А, какие волны, а? Сейчас пойду на них кататься. Конечно, ляжка ободрана вся. Будет щипать. Но хрен с ней. Такое пропускать нельзя. Потом у меня по плану маска с ластами. А, чем еще можно сегодня позаниматься? Рыбалка обязательно будет. Потом пожарю себе на мангале то, что поймал. Поем. Параллельно буду слушать музыку, наслаждаться погодой и кайфовать. Вот приблизительно такой план у меня на сегодня. Так, как ты себя чувствуешь, как нога? Нога... Ну, как нога. Ну, вот сейчас покажу, как нога. И рука. И спина. Все. Был дождь, скажу вам так. Спускался по лестнице, тапочки вылетели из-под ног, ноги поднялись выше головы и со всей дури рубанулся на бетонные ступеньки. Встал, выдохнул и пошел. Так, общаетесь с Юлей, конечно, мы не только общаемся, мы живем вместе в одном бунгало. Как не общаться? Конечно, общаемся. Со всеми общаемся. Ох, какой хороший зевок был. Настоящий. Сегодня нам дали поспать немножко побольше. Лобное сделали попозже, но я на него не пошел, потому что выходной, как говорится. Ну что, друзья мои хорошие, давайте заканчивать будем прямой эфир. Всем спасибо большое, что...